Всем привет, друзья. Всем привет, друзья. Вышел я в прямой эфир. И теперь можно стримить. Сегодня мы летим вот на таком вот прекрасном самолете, как и на прошлом стриме я решил продолжить. На Боинге 737 Макс 8. Для разнообразия. Полетим из Австрии. Из Вены. Страна Австрия. Из ее столицы в Варшаву, в столицу Польши. Вот на таком вот самолетике, который я уже вам сказал. И с ливреей. Austrian Airlines или не Austrian, а как-то по-другому. Не знаю точно. Может даже на земле крыло считается. На ветер сильный. Красивый очень такой здесь аэропортик. Там много зданий всяких. Мы можем наблюдать. Ветряки стоят. Что-то там есть. Это здания высокие, анки. Вот такой вот аэропорт с прикольным терминалом. Достаточно большой аэропорт. Поэтому давайте перейдем, наверное, в нашу кабинку и потихонечку его запускать начнем. В этот раз хочу Ground Power Unit подключить. Тоже для разнообразия. Вот такая вот штучка подъехала. Движки, по-моему, сильно быстро крутятся для ветра. Бывает, мне кажется, такого времени жизни. Переходим тогда на питание от наземного источника. Пи не включено, поэтому это, в принципе, сейчас тоже не надо. Тримейр врубим. Резки согласуем. Восемь минут до согласования. И на ESC тоже можно, чтобы воздух у нас там был. Прикольный звук. Жесткий прям. Сразу же пошла температура. Какой-то он у нас весь потяпанный. Такс. Теперь мы, значит, первым делом, в принципе, как всегда, подрубим. Вот это вот. Пилот сначала есть. Теперь фьюэл. Фьюэл сначала надо найти. Чтобы его найти, надо план полета составить.
Это у нас... Тунс... Ставим 8... 8200 килограмм поставим. Восемь двести. Отлично. Подрубим его. Присутствует вот такой вот звук интересный. За... Слыхается от заправщика. А ты сидел? Звук. А, проверим еще сейчас и систему нашу заранее. Маски. Отлично. Откроем тогда дверцу. Дверцу. Вот это. И вот это. Слово, Simple Grand Service меню. Бас влепим. Лодер 1, лодер 2. Нет, наверное. А, да, это то. И... Стейр. Отлично. Ну, это на сюда перейдем. Начнем все заполнять. Все равно звук слышен. Неприятно как-то. Понятно, что это. Понятно. Где оно тут находится? Ладно. Может, и так посидим. Референс аэропорт. Чарли 38. Распозишн. Летим. Е.
Не, эко. Папа. Виски. Алфа. Депарчи. Депарчи у нас следва. И рабочий фулсульт 29.34. Удобно, что нужно переворачивать это все постоянно. А вот наша ледва. All runways, ничего себе. Такс. Нам нужно 29 и 34 это у нас. Где? Это 11. Не самый у меня, наверное, лучший способ искать номера полос. 29 34, наверное, с той стороны. Ну да. Ну, по-моему, адекватнее будет вот отсюда взлетать, чем вот так вот совсем в другую сторону. Чарли. После Ленова директом на Руси. Потом М984. Котек. М-866. Логда. Ну, это все. Теперь стар. Логда, логда. Как раз таки чартов этого у меня нету.
Превышение у нас. 400. Эшелон. Эшелон, я думаю, пониже можно. Вот этот, например. Можно даже еще ниже. Нормальный стар лог, да, 5n. Конечно, откисет, правда, не написан. Здесь как-нибудь разберемся без него. Допустим, y 412. Где это экзекьют? Нет референс. Четыре точка девять. 3.3. 25 куст индекс. Flight of cruise altitude 3.10. Кто знает, подскажите, пожалуйста, где смотреть cruise wind, потому что я этого не понимаю, где это можно найти. Блин, я так испугался этого мужика. Десять тысяч. Take off lap stem. И он это виротейт. Мы набираем сразу 4000. Триммер 3.25. Я думаю, где-то так. В принципе, пока что все. Что такой маленький маршрут совсем. Здесь топов клайм, а тут уже тот. Топов десент.
что можем уже запускать APU. Все эти дела. Вот это мы заканчиваем. Убираем все наши вот эти вот штуки. Файлы слова. До свидания. И у нас еще запускается. А я же забыл насос включить, надо еще раз его стартануть. Пока что план сделаем, когда нас таксить надо. Пушбак, это точнее. Вот сюда вот. Земля кабине, план принят. Сообщите о готовности к выталкиванию. Переходим на питание, это все. И пьем блит. Теперь можно отключать вот эти все дела. И запрашиваем пушбэк. Земля кабине, буксировщик на подходе. А, я еще даже двери не закрыл. Какой-то у нас буксировщик новенький обновился. Смысла как? Может, это от ливреи зависит? Желтый стал, а был вроде белый сегодня. Стеночный установлен. И давление нам еще осталось выставить. Давление. Тысяча 15 гектопаскаль. Второго пилота. Проверим вот эти вот системки. Буксировщик присоединен, байпас установлен, убрать стояночку. Все работает. Это у нас что-то нагорело. Что рано.
Чекнули вот эти вот оповещения. Теперь можно выталкиваться. Начинаем выталкивание, можете приступать к запуску двигателей. Приступаем. Collision lights. Вырубаем пены. Приветствуем наших пассажиров. Подаем топливо. Движок. Его мы тоже подаем топливо. Чекнем сейчас flight controls. Flight controls checked. Питание двигателя переходим. Паки включим. Обогрев стекол. Я он демпфер. Выталкивание завершено. Установить стояночный. Устанавливаем. Еще флапс 10. Поехали. Что вот это вот осталось? А, это не то. Вот это вот. Что тут хрустит, интересно? Соединён, байпас извлечён, сигнал слева. Увидимся. Удачного полёта. Спасибо. Сложно попасть. Ой, здорово. Сам сильно. Ничего. Привет, на чем летаешь? Привет, на Боинге 737-8 Макс. Почти то же самое, что 800. Ну, как почти двигатель, только другие. Ну и немного сам корпус изменён, и мест побольше для пассажиров. Включаем taxi lights, автобрейк RTO. А, транспондер, точно. Alt on. И поехали. Директора включим за ромером LNAF и VNAF.
Ты тут забыл включить самое важное. Seatbelts on. А, IP еще можно выключить. И вот это табло тоже. А, нет. Это можно ставить, это... Вот это вот выключается. Но нам еще не здесь заруливать, нам где-то вот там. Ставим курс нашей полосы. Да, вот здесь вот мы завернем. Чтоб на полосу могли выехать. Включаем landing lights, run turn off lights. И taxi lights включаем, двигатель continuous. И positions drop and steady. Заодно предупредим о взлете экипаж. Такс. ВВ-320. 4000 должны вот тут мы набрать. Ну что, взлетаем. Вводим родную 40%.
Нажимаем кнопочку тога. Get up. Руки в положение 1. Закрылки в положение 0. Автопилот подключим. Тело прям шатает знатно. Красиво город засветился. Включим Runway Turn Off Lights. Engine Start Switches Off. Вот это вот TA Array надо было поставить. Что тут за турбулентность такая? Жестко. Ого, ничего себе, еще и дождь. Не сказал, что погодка летная. Скорее наоборот. Автопилот еле справляется. Ставим 31 000 футов. Дорогу куда-то сейчас будем пролетать. Машины ездят.
Наконец-то чуть поменьше уже стало трясти. Наш аэропорт, с которого мы вылетали. Зданий тут, конечно, реально много. Вон. Машинки катаются. А, это поезда. Опять дождь пошел. Подъемный кран. Ух ты. Облака в этот раз как-то очень высоко. Сейчас будем на стандартное давление переходить. Ну вот нам получается сюда вот надо попасть. В принципе, совсем недалеко. Для самолета. Пешком, конечно, далеко, а вот на самолете нет. Переходим на стандартное давление. И выключаем лазерный класс. Турбулентность.
красота. Было бы, наверное, лучше без облаков. Какой закат хороший. Explain загрузился данные на один цикл полетной модели файл. Все накручено в атаке, не забудьте. Что я нажал случайно? Сам не знаю что. Это уже у меня 99-е видео, как бы. Случайно удалил сообщение из чата. Сейчас тоже хороший видок. Где мы там 19 тысяч уже набрали?
интересно, как здесь тест проявляется. Что как-то непонятно. Просто все гаснет. Давайте попробуем потеплее сделать. Красота. Берем наш эшелон. Уже 8 километров поднялись. Сюда отражается свет. Круто. Мне вот так вот нравятся эти все рычажки. Красиво выглядит, интересно, что тут для чего надо. Все прям подергать хочется. А если бы это было в реальной жизни. Здесь вот интересного. А чтобы интуитивно было понятно, для чего вот эти вот переключатели. Интересно, из чего это вот из пластмассы какой-то листик ломает. Теперь листик. Разобьется, если что. Тут тоже есть такая коробочка с запасными рычагами для шасси. Не рычагами для шасси, а рычагами для выпуска.
эшелончик. Включаем. Это было пристегнуть ремни. И вот это вот. Луна прям под крылом. Ветер хороший такой. Боковой. Какой цвет интересен на закате. Даже не знаю, как его назвать. Еще 104 мили до Top of Descent.
Конечно, знатно высоко. Блин, как же круто. Столько домов, столько все. Все облака загораживают. Машинки там снизу ездят. Я сделал домики, фонарики натыканы. Это тоже круто. Такая вот такая дорога подсвечивается. Там обратно стоящие вагоны. Я не понял, что это у нас спойлера заармирован. Да то досталось 63 мили, надо уже чарты посмотреть бы. До 21 тысячи мы никак, я думаю, не снизимся.
Думаю, надо уже прямо сейчас приступать к снижению, поэтому включаем. Это было при сигнатуре мне. Ставим 21 тысячу. И вертикальную скорость ставим. Оповещаем наших пассажиров. Самолет уже как звезда стал. Точка просто.
11, LS Янки. Привет, Влад. Хоть ты зашел, то уже как-то скучно стало, никого нету. Вон, смотри, самолет немного изменился. Ну как немного, это просто другой самолет поставил тут. Дисплей такие большие. Двигатель немного другой. Спортзал пошел. Я считаю, что это прорыв. Молодец. Ну как? Отзанимался. Хорошо, что нормально. Я какие-то там тренажеры ходил. Ноги поднимал по-тихому, растягивался, и вот тренажер занялся еще больше. Ну и какой ты вес смог поднять? А ты штангу поднимал, в смысле, жим лежа или приседания? Поставим маячок, полосы вот сюда, вот 109,9. Жим лёжа пока что мал вес, будет потом на растающий на 5 килограмм. У тебя, я так понимаю, своя программа есть какая-то. Программа батька. Батька. Такс, минимум у нас 581. Ставим его здесь по бару. И вот с этой вот стороны тоже.
581. Снижаемся теперь до 3000. Сейчас находимся в полете на высоте 30. Не, именно 30 тысяч футов редко, обычно где-то 36 тысяч футов. Это, ну, это примерно 11 километров от земли. Вот здесь вот показывается, сколько метров я сейчас это... как это сказать? На скольки метрах над уровнем моря я лечу? Да, 6 километров, 360 метров, уже 300. Когда разогнется, оно еще будет дофига места. Вот это было плохо, уже сейчас нет. Круто. Ну ты как планируешь потом ходить? Ну пока что я не планирую, как бы. Я же в бассейн хожу, поэтому мне там хватает нагрузки. Там же почти все мышцы, если не все задействованы при плавании. Еще 68 миль до аэропорта, но уже в принципе скоро. Ну, уже где-то там, я думаю, должен быть виден. Но пока что еще не видно. А вот это что? Это вот похоже уже наш аэропорт. Я почему что, на когда тебе можно будет приехать, Макс? Я вот не понимаю, куда ты так торопишься. Как будто бы тебе негде жить, такое ощущение. Ко мне еще пока что не стоит. Flight Club или Club. Flight Club не смотрел. Смотрел, машины ездят тут по дорогам. О, точки красные. Круто выглядит. Здесь он город какой-то. Куча домиков стоит. Это ж посмотреть. Спасибо. Может быть, как-нибудь посмотрим. Слушай, а мышку сильно слышно, когда я нажимаю?
Или нормально, терпимо. Американный психопат. Не, я такой не смотрю. Так ты так можешь все фильмы мира перебрать, их же много. Вероятно, что какой-то из них смотрел мало. Очень. Тоже максимальная скорость 220 узлов будет. Блин, давай сейчас замедляться. На аэропортик. Блин, столько много машин тут ездит. А, хотел сказать, что FPS достаточно много, но его так достаточно средний. Если камеру убрать, то чуть-чуть увеличивается. Хифает папс это. Спасибо. Скажи, как тебе вид из окна? Из иллюминатора. Вот это расколбас. Какая-то у нас развилочка такая. Такие вот дороги мне нравятся, очень яркие, длинные. Если бы на протяжении всего маршрута такие были, было бы круто. Еще и машины там ездят. Так вот я хотел сказать то, что скачал как бы в Steam. Ну, зарегистрировался. Клиент скачал X-Pilot. Там, когда приземлился, где-то подъедем, можно попробовать там отключиться. Послушать диспетчеров, если они там есть сейчас. Ну что, сейчас летать с диспетчерами, поэтому в скором времени будем летать от Симы. Здоровья.
Второй аэропорт. Тысяча семь. Столько огней вообще круто. Офигенный заход будет. Забыл один кость включить. Можно тоже. Тут у нас дорожка какая-то. Полоса, там еще один аэропорт какой-то. А вон еще один. Референс, approach референс, flaps 30, wind correction plus 5, plus 5 it will be 134. Ниже глиссады мы сейчас идем. Turn off lights on and start surface continue.
экран тут должен вот эти. Не 10. After break. 1. Speed break. Armed. Laps 15. Army run APP. Кроки 25. Начали снижение полюса. Закрылки сети. Предупреждаем пассажиров о посадке. Какая тут красота у нас снизу. Gear down. Блин, столько домов. Жесть. Такая красота вот. Реально прям нет слов. Реально сейчас прям вот очень реалистичная везде машина. Все такое. Это что? Это вообще заправка. Будем, скорее всего, освобождать по Дельта 3. А, по Север 3. Офигенно. Кучу повторов пересмотрим. Сейчас возьмем управление на себя.
Тяни. Реверс. Забыл то, что рулить приходится этим, и ветер еще все подпортил. Все неплохо. Сейчас надо будет развернуться. Здесь можно, конечно. Нет, тут надо было завернуть. Да, я тут развернусь.
Забыл стартануть. Обычный тормоз, вроде один. Будем сейчас пить, запустить. Один выключить, двигатель два выключить. Sleep belt off. Субтитры еще на нигде не видел столько света в эксплозии. Он должен быть аэропорт. Наверное, город только. Столица, может. Давайте день поставим. О, смотрите, сколько строений. По-любому это город. Ты не знаешь, что местный, я не знаю. Вон сколько всего. Стадион даже. Какой-то есть. Ну, кстати, в Минске недавно нашел свой дом. И школу тоже. Посчастливилось мне. Ну, конечно, такое себе будет. Это даже не сценарий, просто. Не удалось мне найти сценарий на нее. Это аэропорт. Поэтому пришлось вот так вот. Вот отсюда собрался, значит. Повтор.
низко над зданием пролетаю. Мы как-то сели сначала направо, потом на левую стойку. Такое себе как-то. Там еще и выкатились. Это из-за того, что я забыл, что не клавиатурой надо на этот самолет управлять, а мышкой. По знакам он проехал. Конечно, очень крутой заход. И скорость прям чувствуется на посадке.
Видите, как все быстро пролетает, настоящий. Чувствую то, что не пешком идем. И мощность реверса тоже чувствуется. Видите, как полоса пролетает и всякие знаки. Ну, если тогда, наверное, как я говорил, пробуем к Ватсиму подключиться. Сейчас я экспайлот запущу. По-моему, Чарли мы уже включаем. И коннектимся. А вот и люди появились. Один у нас стоит. Не, он не стоит, он едет. Этот тут стоит. Polish Airlines. А он тут на посадку заходит, давайте смотреть скорее. Круто. Такое ощущение, что он сейчас не успеет остановиться. Успеет.
Так, у нас здесь диспетчер вышки только 118.3 где запятая. Мы их можем слышать. Кто там у нас стоит? На польском. У них можно на польском говорить. Ё-моё, сколько в Стамбуле людей. Вот сильно. Там вообще капец творится. Там вся Турция в контроле. Беларусь вообще нет контроля никакого. Прилетел, там еще один какой-то. А, это взлетел уже. Тут у нас кто? Тут тоже на взлет, я так понимаю. Ладно, отключаемся тогда отсюда. Тогда со всеми буду прощаться. Спасибо за просмотр. Говорят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите мне маршруты, на которых полетать, потому что я уже просто не знаю, что тут придумать. Если, конечно, кто-то захочет, можно мне денежку скинуть по ссылке в описании. Donation alerts. В общем-то, до следующего стрима. Всем спасибо, всем пока.